На пятак. Теперь же ответ Гомеля. Хузеев. В левого борта бросок. Неприятные добивания получается. Мальцев бросок. А вот теперь же выручает гомельский кипер. Наверное, ничего не смог бы поделать Андрей Грищенко. Удаляются, чем и пользуются оппоненты. Но вот сейчас первое большинство получает юность. Гомель, прошу прощения. Кузеев, бросок и гол! Вот так. Уже на 17-й секунде. Попытка. Колготин. Ой, какой гол получился. Попытка. Колготин. Ой, какой гол получился. Сделал Ревенко, и ответ сразу же Минчан. Колготин лезет на ворота. Позиционно действует Евгений Нагачев. Пустил форварда. Хозяйской команды. Какой гол, Колготин! Вот это исполнение! Позиционно действует Евгений Нагачев. Пустил форварда. Хозяйской команды. Какой гол, Колготин! Вот это исполнение! Интересная манера розыгрыша шайбы. Снова Кашкар. Бросок подставлена. Клюшка Цыганова. Это гол. 3-1. На манера розыгрыша шайбы. Снова Кашкар. Бросок подставлена. Клюшка Цыганова. Это гол. 3-1. Единственный автор заброшенной шайбы. Ревенко получает силовой прием. Мальцев на скорости вдоль борта. Есть предложение Колготина. Дюков, бросок, добивание, 4-1. Очередной гол. Мальцев на скорости вдоль борта. Есть предложение Колготина. Дюков, бросок, добивание, 4-1. Очередной гол матча. Кузеев с шайбой. Может, хотя бы один гол гомельчане сумеют соорудить в оставшееся время. Хороший момент, и да, получается это сделать. Насер Субхи дарит матча. Кузеев с шайбой. Может, хотя бы один гол гомельчане сумеют соорудить в оставшееся время. Хороший момент, и да, получается это сделать. Насер Субхи дарит.